Хочу обрезать бревна немного, чтобы было с покатом, чтобы пленка не натягивалась сильно, когда прикопаю, чтобы не разорвалась. Это осталось, и все. Ну, в общем, вот так вот как-то получилось. Вроде норм. Там обрезки мои. Вот так вот я их конусом обрезал. Вот так вот. Хочу сейчас подкопать там немного. Пространство для окна немного хочу сделать. Все-таки решил я окно там поставить. Вот. Задачка усложняется. Подкоп и вот эту стенку надо укреплять. Я уже не знаю насчет сегодня. Успею, не успею. Сегодня что-то поздновато я выехал. Вот. Так что такие дела. Вот тут у меня вот так вот такой небольшой уют вроде бы создался. Чуть-чуть бардак убрал. Сейчас ничего не видно, плохое освещение. Да, кстати, ребят, приобрел себе фонарик кемпинговый. Сейчас я покажу его вам. В общем, ребят, приобрел вот такой фонарь, а точнее кемпинговая лампа. Вот модель Огонь UD1513. Приобрел его в интернете, в интернет-магазине. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот здесь есть такой пульт управления. Можно менять режим, также включать и выключать. Собственно, вот сам фонарь. Вот так вот он подвешивается. Зарядка вот USB. Также можно использовать его как powerbank. Вот так он светит. Несколько режимов у него, плюс режим SOS. Ну что, давайте пойдем протестим его, посмотрим. Так, ребята. Вуаля. Вот так вот он светит. Вот такой от него свет в землянке. Смотрите, какое хорошее освещение. Прям все видно. Я доволен. Вроде бы решил на некоторое время свой вопрос с освещением. Ну, посмотрим, может быть, он будет у меня всегда, а там, может быть, что-то другое поставлю. Также неплохо было, если бы вы написали в комментариях, какое освещение мне сюда приобрести и что лучше поставить. До этого у меня была вот эта вот лампа первая. Это одна из первых. Так, по дешевке купил в фикс-прайсе. Которая нифига не светит. Ну, хотя она немножко поработала. Как-то мне помогла. Немножечко перебивался я ею. Потом была, взял вот эту вот лампу. В электричке продавали. Думал, более-менее ничего будет. Решил ее попробовать. Ну, она неплохо светила, но мне этого недостаточно. Фонарь очень хорошо, скажу, даже достойно освещает землянку. Вот я покажу вам с дальнего плана. Отлично, я доволен. Пока пусть работает, а там посмотрим, может быть, что-то получше сюда приобрету. И, кстати, хочу протестить его, посмотреть, насколько его хватит. Режимы вот с пульта меняются. Сейчас попробую поменять. Вот тусклее. Еще тусклее. В принципе, достаточно нормально тоже. Самый тусклый режим. Нормально освещает. Неплохо. Это самый мощный режим. Так, включить, выключить. Сейчас включу. Ну, прикольно.
можно с пульта, не подходя, уходишь, раз, выключил, приходишь тоже, можно не подходя уже на расстоянии, хлоп, включил, отлично, супер. Так, пойдем работать дальше. Да, ребята, еще забыл его протестить с расстояния. Сейчас попробую. Оп, красота. Смотрите, как все видно хорошо в землянке. Прям такой уют. Супер. Я доволен. Так, ну не будем тратить энергию. Выключим. Эти срезы надо антисептиком обработать, чтобы грибок их не взял. Так, разобрал тут все. Сейчас нужно будет вот тут подкопать. Вот сделал подкоп, будет у меня здесь окошечко стоять. Правда, надо его как-то сообразить мне. Хочу сделать сорка стекла, купить кусок, сделать самостоятельно раму и все установить это. Так, сейчас чуть-чуть срежу вот эту стенку, подготовлю, чтобы сделать щит для дальнейшего предотвращения обвалов и подмытия дождем почвы. Нашел я на заброшке вот такую раму. Вот. Буду мастерить из нее окно. Так, сейчас отрежу все. Вот уже отрезал кусок. Вот такой. Вот так вот сейчас вот примерил все. Ну, тут такое вот окошечко у меня будет. Сейчас осталось отрезать вот здесь. Тут. И все, и можно мастерить. Ну что, я отрезал, ребят. Вот. Как-то так вот. Вот такое вот окно у меня будет. Так, ну тут вот подгоню, срежу вот эти вот выступы. Здесь срежу. Все это сойдется. Ну, в общем, вот такое вот окно будет у меня. Размерами 60 на 35 сантиметров. Осталось только оргстекло купить, либо обычное поставить, не знаю. Еще думаю пока. Вот, вроде все собрал. Доски попутно зацепил. И так каждый раз. Плюс детали от рамы оконной. Ну все, сейчас попрем в сторону леса.
сегодня стамеску забыл дома. Приходится делать все подручными средствами. Хорошо, что топор всегда с собой. Уже вырисовывается картина. Так. Все, отлично. Теперь эту сторону. Оп. Так. Да, тут сучок, конечно, у меня попал. Ну ладно, ничего страшного. Да, сучок, конечно, дает о себе знать. Придется его срезать. Еще чуть-чуть. Да, бугор, конечно, получился тут. Ну, я думаю, это не критично. Нет, достаточно таки ровно получилось. Неплохо. Неплохо. Все. Так. Смотрим. О, отличная компания. Сейчас осталось только прибить. Жаль, что стекла нету у меня сегодня. Возможно, я бы сегодня же его и установил. Ну все, ребят. Вот так вот. Оп. Вот такое вот у меня окошечко получается. Так, сделаем небольшое освещение тут. Сейчас забью гвоздь. Оп. Отлично. Вот так. Переместим лампу сюда. Вот. Теперь начнем примерку окна, оконной рамки. И вторая деталь. Ее, пожалуй, нужно снаружи делать. Ну, отлично, прям все четенько, четко все. О, как вам? Нормально все стало, мне нравится. Все четко. Так, теперь только стекло бы еще, конечно. Плохо, что я не подготовился.
Так, посмотрим. Неудобно снимать, конечно. Но вот так вот у меня все встало. Вот так вот, ребят. Максимально близко могу показать, только так. Мешает пленка. В общем, все отлично село. Супер. Так, и пожалуй, еще сюда временно прибью гвоздик для освещения. Есть. А это можно убрать. Оп, теперь я хочу заняться вентиляцией. Проложить отдушину. Это будет у меня притоком. Так, ну что, поехали. Так, здесь нужно кусок бревна 13 сантиметров поставить. Пойду отпилю. Так, ребята, отпилю такой кусочек. Так, сюда сейчас поставлю. Вентиляционную трубу вот взял, алюминиевую гофру. Так, вроде все норм. Вроде все норм. Теперь еще кусок бревна нужно. Так, сколько? 39 сантиметров. Так, ребята, вот отпилил кусок бревна. 39 сантиметров. Сейчас попробую. И сверху еще там одно положу бревно, и она как раз щель эту закроет. Так, ребята, вот вбил два гвоздя сразу, чтобы не париться. Буду прибивать сейчас. Все. Есть. Сейчас накрою вот это все пока временно, пока стекло не найду. Потому что сейчас закапывать все это без стекла бессмысленно. Потом стекло не вставлю. Thank you.
Ребята, посмотрите, вот возвращаюсь домой из леса. Смотрите, какое туманище. Обалдеть. Прикольно. Ничего не видно. Вот я еду с фонарями со своими. Светят как фары у машин. Вот это влажность. 250% влажности. Ощущение такое, как будто в дыму стоишь, но при этом дышишь отлично. Прям место для съемки фильма ужасов. Самолеты, призраки стоят. Сценарий осталось только написать, и фильм ужасов готов. Подписываемся на канал мой. Впереди будет много интересного. Бомба. Да, я говорю, только сценарий подобрать. Фильм ужасов заснять прям, как делать нечего. Звезда горит. Так, ну все, пора домой, ребята. Не забываем поставить лайкосик моему видосу. Пишите комментарии. Жду вас у себя на канале.